За последние полгода в Сарове произошло 27 пожаров, из них 2 с летальным исходом. Большинство возгораний случилось в многоквартирных домах. Чаще всего причиной пожара становились непотушенные сигареты. При попадании сигареты на кровать чаще всего загорается первым это текстильные материалы. Простынь, подушки. Но происходит очень длительно все это, так как сразу же горение не возникнет. То есть должен пройти там порядка более 3 часов. Люди задыхаются от продуктов горения. То есть квартиры больше всего отделаны пластиковыми панелями, кто делает, либо уже какие-то другие материалы, от которых очень много дыма и очень едких продуктов горения. То есть там хватает буквально пару вздохов, и человек уже теряет сознание. Также на территории города горели дачные участки, спортивные сооружения, контейнеры для мусора, хозяйственные постройки. Причинами возгорания становились нарушения правил электрооборудования. Один из таких случаев произошел в гараже. В гараже стояли несколько автомобилей, которые подверглись температурному воздействию, то есть пострадали. При опросе собственников поврежденных автомобилей ущерб составил более 1 000 000 рублей. По словам Сергея Ларькина, чаще всего трагедию можно предотвратить. Чтобы предупредить возможность возгорания, нужно знать и соблюдать основные правила пожарной безопасности. Так можно избежать трагических последствий, сохранить жизнь и здоровье. Электрику, самое главное, не тушить водой, потому что можно получить удар током и может быть летальный исход. Если, как сказать, рядовой, простой пожар, то его можно потушить и ведром воды залить, накрыть каким-то одеялом. Если пожар все-таки начался, нужно немедленно покинуть квартиру и позвонить по телефонам 01 или 101. В течение 10 минут пожарные будут на месте. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.